На востоке Казахстана в рядах гвардейцев выявляют лучших водителей бронетранспортеров. В Усть-Каменогорске состоялся смотр-конкурс регионального командования ШГС. Экипажи должны не только уметь хорошо справляться с техникой, но и решать командные задачи. Два дня они состязались в умении точно поражать цели, преодолевать водные барьеры. Всего в соревнованиях приняли участие 10 экипажей из городов Курчатов, Семей, Павлодар и Усть-Каменогорск. Это лучшие в своих воинских частях. Удача в этот раз оказалась на стороне курчатовцев. Проводится отбор в воинских частях лучших экипажей. Потом сейчас мы проводим отбор уже среди воинских частей РГК. И лучший экипаж, соответственно, выезжает у нас в сентябре месяце. Будут уже войсковые сборы проводиться в Алматинской области.